Знаете, я первый раз вообще в Иркутске, и тем более здесь, в библиотеке, и тем более на таком грандиозном мероприятии, как «Книга Мар». Это очень здорово все организовано, прекрасно задумано. И вот сегодня только первый день, но я думаю, что с начала до конца все должно пройти просто замечательно. Масса заявлена интереснейших встреч, интересные выставки. Для меня уже я сегодня увидела много всего любопытного. Я сама художник, поэтому мне было особенно важно увидеть какие-то работы на стенах, и живопись, и работы студентов по иллюстрации. В общем, очень-очень, мне кажется, все здорово получилось. Okay.